Зря, походу, я пока фаски бы. Ой, да ладно тебе. Я еще их Первый раз в раздаю до жизни балок. взял, сука, белые эти фаски. Ну, брат. Походу, мне сейчас за сомалийского приходит, придется заходить. Либо хилить, либо танчить. Уважаемые, уважаемые хилы, когда выходит зеленый, пожалуйста, посмотрите, в каком вы паке, и спуститесь вниз. Потому что вы не можете захилить те цели, которые внизу платформы. Хотя бы на край, да. Поднимаются наверх, когда у них мало. Да ты понимаешь, зеленый накидывает два дебафа, и это смешно. Единственное исключение, когда появляется зеленый. Шкаф поставь. Ну, потому что Виби ставит. Яды у нас могут диспелить. И паладины, и другие. Насколько знаю, даже шаман. Да у них нет этого диспела, ты чё, издеваешься, что ли, блядь? Яды и без этого. Там только проклятие. Шаманы тотем очищения ставят, вот и нету яда. Ну, как вариант. Что тебе ответить? Ничего не... Встану. Меня слышно? Слышно. Ну, смотри, я стою в звезде, и там очень сильно не хватает дамагов по элементалию. Но длинный ходит в районе трусов. Мне бежать нужно длинного бить или элементалию дальше бить? Ну да, сзади, кстати, в основном так мы Субзира били, а так, если я сейчас переключаюсь на этого, на долгонога, то там вообще беда. Там и так беда была. Я вот за это и говорил, что, блин. То, что там реально по элементалям борода. Теперь так, перевожу. Те, кто в звезде, слушай, смотри, ты не должен никуда бежать, кого бить. Своих элементалей бьешь в звезде. Не должен никому ничего помогать. Вас там всего 2-3 ДДшника, я не знаю сколько. Если не хватает ДПС для элементалей, остаешься, бьешь. Убил Элема, нету у вас Элема, можешь помочь другому, там, печеньку. Все. Альфреду, дайте фуриба. Приста, баф, лап. АП вам крикнут во время боя. Завис, сука. Блин, музыку забыл отключить. Танки. У меня станок поднят. А чё с этим зарядом? Выбегать, да, надо? Выбегайся. Ага, выбежал. А что дальше? Просто стоять, да? Отойти в сторону от рейда и хуярить да, бот. У меня таунт. Ну, не можешь, я не таунт. Таунт, таунт, сейчас мастер саду.
лог бацильный, выйди из Разум, ты нормально себя чувствуешь? Темные мустоки. Он тебе хпн дает. Да нет. Не дает проебать ману куда. Нет, не очень интересует. Три минут. Камон, сейчас. Вот куда? Ловить оса. Царь, да стой, нормально все. Окей. У меня 78. Все, там вот мне Пашка. Диминишн Паша. Фаза. Без музычки печально, но шо робить? Про зеленого сказать. Вон. Зеленый между кружком и бромбиком. Здорово, толпа не смотрит. Зоя у тебя мага. Виби у тебя. За дом, подойди чуть. Стою. Разблокируй. Есть. Все? Супер, да. Что-то мастер. Зеленый ровно, там же самое. Трусы. Трусы зеленые. Посмотри, вар. Вар, короче, блядь, почти в ромбике. Так, отошли от страйдера, гром. Зеленый там же. Зеленый там. Только там перекидывай. Нет, такого даю и там. Может им. Виби кинул. Надо одного умели крыса. Зеленый, печенька, ромбик, между ними. Бегу, братан, бегу! Они там и будут появляться, походу. Грязь меня кидайте, я портанусь, если там.
Не успел. Поела. Че, мастер вылетел, что ли? Мастер вылетел. Я подмогаю, нормально. Бейте, бейте, бейте. Зеленые трусы вниз. Какие трусы? А. Кто в трусах ходит? Малик, отойди, Малик, отойди. Гвардеец. Кто-нибудь один сядьте на гвардейца, да. Зыл, ты чё, в кашке? Не, у меня завис. Ромбик, ромбик зеленый. А, тут такие нормальные слайды, пришлось мы. Так. Зеленые трусы там же. Почти. Страйдер там же, осторожно. Брон. Тут она с зелеными вообще борода. Слушай, нет никого у своих, нет. Не, ну тем не менее я постоянно почти на зеленом, хотя не свои метки стою, ну и на плоного объема этих. Я не знаю, ищите турбо, меняйте какого-нибудь дурачка, но это... Да, нам не хватает что-то, чего-то нам не хватает. Нет, страйдера, да. Пока я не начал свечиться в гвардейцев, нам хватало. Вон, у меня два с половиной ляма в этого страйдера и два ляма в гвардейцев. Дамажно. Откуда ты бежал его бить? Со звезды? Что, долго умирать будет? Милики вообще не должны свечиться в синих, когда они внизу. Вообще не должны. Ни в коем разе. Это задача РДДшников, которые не бьют страйдера. Ваша задача добивать их, когда они поднимаются наверх. Когда вообще выходит зеленый на какой-то метке, там должны быть люди, которые прикреплены к этой метке. И захуяривать этого зеленого. Если их там нету, я зеленый не умирает. Это ясно, конечно, это логично. Конечно, потому что я так нет людей, вижу. Блядь, на метке. Самой.
Так. Альфред, я не знал, не знаю, где ты ее 8 лет убивал. Я убивал ее с 15 года на X10 здесь. Ничего с этого времени не поменял. Ладно, батя. Хватит. Да не, просто он хуйни несет и все. Вот ладно, я смотрел логи смерти, чувак 14 секунд просто как минимум стоял в... Вдох-выдох. Говорю, фишка в том, то что РДД, ой, хилы стоят... 3D. Да, Зул реально лагает пиздец, даже. Заебись. Не, меня поменять на турбо. Что, опять тебя выкинуло? Повисла игра. Ну это у тебя пиздец, я надо винду перебить, как бы там не материнка. Ну может либо материнка ебулит, либо видеокарта. Давай потом дом. Ладно, сорян. Yeah.
Это правильный там? То мой таймер мне накрыт. Почему вот у меня таймер не выскакивает? Одинаковый ДБМ. Не одинаковый, ты не обновлял вот это. Зеленый звезда печень. Страйдер Луна осторожно. Раздавака, почему ты не врубаешь? Саджиро с юзой. Я догажу, чуть-чуть не достал. Кидай в кого-то. Кидай в кого-то. Та кинь! Жира, кидай вот в квадрат, видишь, меня жир. Я никогда не кидал, еблан, блядь, я обмен кидал. Блядь, открой сумку и спорь. Ну нахуй его, макро. Блядь, ебали. Валит, ебали. Зеленый в печеньке. Давай, бьем ебало печеньки. Между печенькой и звездой. Да. Там есть. Странный где? Странный круг, осторожно. Да, ром круг. Готовимся, скоро зеленый. Встали к концу платформы. Зеленый, зеленый луна. Гардавака, почему ты не бронь? Я стою в воздухе. Альфред Казумки. Да, я подошел, ты меня. Альфреда, бля. Дай ему балетету. Дай. Гвардеец готовься. Вас зеленый будет готов. Зеленый звезда. Странный кром, втекаем. Не успеет они. Успеем. Успели. Грязите кто-то. Дайте меня грязичку. Шеф, кидай как. No. Молса у тебя. Заду. Сделал. КБ, смотри. Готовьте, скоро зеленый. Подошли к краю, последний зеленый. Зеленый звезда. Звезда. Зеленого сейчас убьете и главного страйдера убьете. Кидаю. Так, Зоил, Зоил кинул. Текстура. Зоил прилик. Слушайте меня, давай, кида. на мосса. А, тут нету нихуя. Дом, печеньку. Войну зад, подойди. Подойди к этой фигне. Кинул войну зада. Сверху ты странник. Да уже третья фаза. Байф. Я встань. Странника забери, стаунти будет. Все, я забрал. Что по СС? Теперь РДД, бейте этих. Все, БР у меня, есть БР. Понятно, ладно. Например.
РДД вверх, алло, у вас 4 летают уже, вы шо, на команду? Все РДДшники по рускат. Так. Будут нормально заливать, вот. Дайте, блядь, они дадут тебе царю, потому что ты уже не сработаешь. Лужа. Я встану. Опять встану. В корнях. Зоил отдал гимна ману. Саджира сейчас сорвет. Стоп, Мальдер. С какого хуя ты козу краешь по боссу? Лужа. Лужа под боссу. Отведи его. Таунти просто. Таунти куда-то. Все, я забрал. Угу. Корня. Встань. Привет. Статистический заряд. РДД воздух активней. Козок, пойди нахуй, блядь, не башишь рейд. Оплетение, блядь. Как его достали корни? Станьте, вот, станьте и перетанчу. Это вся третья фаза? Да. Да. Босс и зиши. Я бы не понял. Да я прожим там. У нас Гера есть уже. Не надо никакой Геры. Не надо Геру на 10%. Да идите нахер, рот закройте. На 10% хоть аскаты в 3 раза быстрее падают, ты это знаешь? Мы это знаем, мы знаем. Далеко ушел, встану тебе. Три раза быстрее они начинают. Нет, РДД стоит. Посмотри, кто звонит. Вот, ставьте, отойди, давай, отойди. Ага. Это возьми телефон. Это здоровый. Ой, лут. Лут. Лут, блядь! Отводи таунти, отводи таунти.
Парк, парк. Да. Херачий герой, давайте он ли в босс, и все. Все нормально. Боссу. Мы его зальем. Нету. Сейчас. РДД 6 скатов собралось, не играйте. Да бей босса, дурак! Босс играет. Так, тихо, кстати. Встаньте его оттуда. Главное в лужах не стоять. Или нет? Саджира сагришь, стопни. Две лужи. Встаньте опять, войд. Почему? Потому что станы идут потом. Сука, станция. Отходите, милит. Станьте. Станьте. ГЦ. Какое ГЦ нахуй? Да, блин. Тут еще процентов 8 с платформы даже не заспал. Мне воронку. Мне, не воронку. У Еронки. Ах ты жадина. Я тебя запомнил. Что за гамнатрыня? Чё там, призмы? Да? Ладно, тебе поверю. Спасибо, брат. Ты не кипишу, главное, так это, на боссе. Ты чё, она... Сакрос выше, и у него есть один шмот. Сакрос выше по приоритету, алло. Одна есть, раздала, будет ладно. Вторая. У него две. Теперь у него ноль. Подожди, раздавака выше-то. Ну ладно, ну где ты увидел раздаваку выше, блядь, Сакроса, нахуй? Расскажите мне, пожалуйста. У раздаваки 12,6, у Сакроса 11,3. Сейчас я вам скину свой. У тебя наркоманский. А, походу багнулся. Вот, разорался тут он, не по теме. Дума одна шмотка, я не знаю, смотри дальше. Вроде. А не, логика, конечно, убежишь, заебись. Я ему Т5 уступал, когда выше был по априору, а ему надо пятую взять. Ну, пусть берет. Ну, Виби шлем пишет. Надо поменять, уже 10-й раз, блядь, прихожу. Был первый по априору, так, так ничего. Ему ж уступал вещи. Да, ну мне нужен этот шлем и все, как бы я больше Т5 роли. Да какого хуя я каждый раз должен уступать? Когда я был по приору выше, я ему уступал уже, все. Ребята, да. какой нахер шмотку поменять? У вас уже 4 куска собрано, человек без 4 кусков ходит. Вы статы хотите менять, я вообще вот. В смысле, у меня больше приоритет. У тебя 4 куска есть, у него нету даже 2. Какой приоритет? А че ему 2 дадут? Он знает? А че тебе Виби даст 5, ты знаешь? А мне даст, знаешь что? Что у меня, блядь, перекапа меткости не будет. Вот что мне это даст. Десерва. Красиво, бля. Надо было.
Так кто-то черноглазый. Царь, ты сто пудов сидел.